Всем привет! Представляю вашему вниманию финальный отчет по совместному проекту «Мои любимые коты» третий сезон. И в этом отчете у нас очень много финишей. Девочки спешили, старались. Некоторые работы представлены немножко в мятом состоянии. Видно, что рукодельница спешила, дошивала последние крестики. Кому-то не хватило времени на бэкстич, а кому-то не хватило совсем чуть-чуть до завершения работы. Но в любом случае, все вы большие молодцы, и я вами правда очень-очень горжусь. Спасибо всем за участие. Ну что, приглашаю вас к просмотру наших отчетов. Итак, встречайте первый финиш от Илоны, канал Хвостатики. Илона вышивала набор фирмы Лука С, дружественный приют. А нитки здесь мулине анкор 40 цветов, размер работы 22 на 18 сантиметров. Вышивалась эта работа на конгресс Страмини гобеленовым стежком. Пишет нам Илона, что очень рада, что успела завершить эту работу, очень нравится результат, то, что получилось, и пишет, что это ее любимый производитель, так как отшивы по схемам фирмы Лука С всегда получаются очень-очень реалистичными и красивыми. Ну, действительно, работа великолепная. Илона, поздравляем! А это финиш от Юлии Зверевой. Юлия успела завершить свою работу и пишет нам: с большим опозданием, но и с большим удовольствием представляю заключительный отчет за январь. Работа закончена, и это произошло во многом благодаря СП. Юлия, большое вам спасибо за этот совместный проект, за вашу объединяющую энергию. Немножко скажу о работе. Все-таки бэк меня доконал. Не хватило опыта быстро его дошить. Особенно трудно далась ветка в левом нижнем углу, когда нужно было закреплять нит на незашитой конве. Но все позади. Результат меня порадовал. Обязательно буду оформлять эту работу. Желаю всем новых интересных процессов и вдохновения. Юля, еще раз большое спасибо. Спасибо и вам, Юля, за участие. Ну и я напомню, что это набор фирмы Dimension. Слишком устал. Размер работы 27,9 на 27,9 сантиметра. Вышивался на иди 14 каунта цвет Ivory. Использовалось 21 цвет ниточек. Вот такая прекрасная работа. Еще раз поздравляем. А это финиш от Аллы Белочки. Пишет нам Алла: зимний вечер от МП Студия, 19 на 14 сантиметров, вышивка в смешанной технике. Результат замечательный, красивая милая киса, но впечатление от процесса я запомню навсегда. При вышивке этого дизайна часто светлые нитки становились грязными, хотя я и пыталась почистить отверстие для прокола иголочки перед самой вышивкой, это не помогло. Частая смена ниток, частые закрепки и грязные нитки, все это, конечно, расстроила. А так сама вышивка итог впечатляет. Решила покрасить деревянную основу в белый цвет, все-таки зимний период. Очень жаль, что процесс немножко расстроил, но итог действительно смотрится все очень-очень хорошо. Поздравляем с готовой работой. Виктория Румянцева вышивала в нашем совместном проекте замечательный набор фирмы Риолис «Котята в корзине». Вышивается он на иди 14 каунта шерстяными ниточками, всего 23 цвета. И Виктория успела завершить этот проект, с чем мы поздравляем. Евгения Игонина практически успела завершить своего котика. Не хватило времени вышить бэкстич, ну а в целом котик и без бэкстича очень симпатичный. Напомню, что это наборчик фирмы «Искусница», называется «Аквариум», вышивался на иди 14 аккаунта. Ну что ж, поздравляем! Светлана Минаева пишет: вот и готова моя вторая работа в СП «Мои любимые коты 3. Тигр во всей своей красе». Спасибо большое Юлии Творчество за организацию проекта и всем рукодельницам, кто писал комментарии и оценивал мои продвижения. Желаю всем творческого вдохновения и новых отшивов. А мы поздравляем с готовой работой. Хочу отметить, что Светлана за время нашего совместного проекта вышла две большие работы. Скорость, конечно, потрясающая. Работы сложные, интересные, красивые. Напомню, что это дизайн фирмы Dimensions, но у Светланы вышивался по реплике от фирмы Classic Design на AIDI 14 аккаунта от Zweigart бежевого цвета. Ниточки здесь DMS.
Размер работы 36 на 28 сантиметров. Потрясающий результат. А это финиш от Марины Лакизы, и пишет Марина: «Ура! И у меня финиш к окончанию СП. Сегодня 31 января, вышел последний крестик. Я очень переживала, что не успею к сроку. Я справилась. Ура! Сюжет замечательный, схема несложная, мастерица довольная». Мы поздравляем! Замечательная работа получилась. Напомню, что это у нас набор фирмы «Панна», летний полдень. Размер работы 24 на 32 сантиметра. Используется 21 цвет ниточек гамма. Прекрасная, замечательная работа. Галина Агеева завершила работу по набору Sunset Joy to the World, артикуль 18023. Вышивается эта работа в технике гладь, частичная вышивка, пишет Галина. Это моя первая вышивка гладью. В наборах Марички встречались небольшие элементы, зашиваемые простой обычной гладью. Здесь же есть также и художественная гладь. Конечно, я вижу недочет, и мне еще учиться и учиться, но теперь я точно знаю, что если будет огромное желание, то я смогу вышить работу гладью. Тем более в запасах уже есть несколько наборов. Видео о работе от обзора до завершения будет немного позже на канале. Спасибо за участие. Второй финиш у Галины – это набор фирмы Dazing Works Chrisman Cats. Готовы котята по данному набору, выполнены у Галины за месяц январь. Галина пишет, что долго смотрела на этот набор, но вышивались они очень-очень быстро. И также видео о данном процессе до сборки можно посмотреть на канале у Галины. Мы поздравляем с прекрасными итогами. Ирина Силаева расправилась еще одним наборчиком в январе месяце и показывает нам результат. Это набор фирмы Joy Sunday Relax Code. Вот такая замечательная работа получилась. Отличный итог. Татьяна Муратова не только успела завершить работу, но а также и оформить. Прекрасный получился итог. Напомню, что Татьяна вышивала схему из журнала «Вышиваю крестиком. Само спокойствие». Вышивается эта работа в две ниточки крестика. Есть и три четверти. Вышивала Татьяна на Аиде 14 аккаунта. Всего здесь использовалось 20 цветов мулине гамма. Вот такая прекрасная работа. Размер 10 на 15 сантиметров. Вторая готовая работа от Татьяны. Это примилейшая подушечка, оформленная с карманчиком для хранения пинов. Эта схемка у нас из журнала «Вышивка крестом». Вот такая прекрасная миниатюрочка. Размер этой вышивки 19 на 22 крестика, всего здесь 7 цветов мулине и вышивался на принтованной ткани 11 аккаунта. Замечательный итог, поздравляем! Елена Канева представляет нам отчет по оригинальному набору фирмы Dimensions. Это у нас раритетный набор, называется Nine Leaves. Это американская сборка. Соответственно, мы видим, что работа замечательно подросла за месяц. Январь, в декабре пишет Елена, что не бралась за работу, а вот в январе целых три котика смогла вышить. Очень интересный дизайн. Спасибо за участие. Ангелина Орлова и ее исторический процесс от фирмы «Панна» «Люблю, не люблю». Но не завершился этот дизайн, но продвинулся очень хорошо у Ангелины. Пишет нам, что вышила полностью его тельцы и сделала бэк. Ох уж этот бэк. Продвигается медленно, но все же продвигается. Спасибо за СП, за такие продвижения. Если бы не совместник, неизвестно, сколько бы еще лежала эта работа. Спасибо за участие. Ну и, конечно же, желаю, чтобы эта работа полностью завершила. Коту нужно быть. Кстати, вышивалочка отчитывается по набору фирмы «Мария Искусница» «Солнечный кот». Это был подарок от Елены Элегант. Есть небольшой старт, к сожалению, мало времени было у Тати на вышивку, но тем не менее есть старт, процесс уже пошел. Мы желаем, чтобы этот дизайн был обязательно завершен.
Анастасия Лурье отчитывается по набору фирмы «Нова Слобода», «Свидание на крыше». Размер готовой работы 23 на 52 сантиметра. Нитки здесь вложены «Аврора» 120, всего 34 цвета. Вышивается на AEDI 16 аккаунта с фоновым рисунком. Пишет нам Анастасия, что за январь месяц удалось дошить до второго угла. Очень не хотела закончить работу в рамках СП, но не успела. Надеется на продолжение. А так работа продвигается, и Анастасия будет стараться завершить ее в этом году. Пишет спасибо за СП и мотивацию. Анастасия, спасибо за участие. Будем думать, что у нас дальше будет с СП. Ну и, конечно же, всю информацию я вам выложу в нашей группе и на канале. Татьяна Буркица отчитывается по набору фирмы «Овен» рыжий. Размер работы 25 на 25 сантиметров. Вышивается на AEDI 14 аккаунта фирмы Bestex. Используется всего 22 цвета, есть ниточки ПНК и также несколько цветов ниточек фирмы Гамма. Не получилось завершить работу у Татьяны, но тем не менее за время нашего совместного проекта работа очень хорошо продвинулась, осталось чуть-чуть до завершения. В любом случае очень хороший итог, поздравляем и спасибо за участие. Анна Выговская вышивает грандиозный дизайн фирмы Хаэт «Разрази меня угром». Размер 399 на 499 стежков. Канва двунитка 24 каунта. Вышивается полукрестом в две ниточки ниточками ДМС. Пишет нам Анна: «Благодарю за возможность участвовать в проекте. Благодаря этому котик получил шанс появиться в отшитом виде. Я прикинула и поняла, что в принципе у котика есть шансы быть отшитым до Нового года. Такое вдохновение на отшив у меня появилось именно благодаря этому проекту. Уже отшито 20% и не хочется его бросать и переключаться на другие работы. Так что котику быть». Отличная новость, я очень рада, что наш СП помогает продвигать такие грандиозные проекты. Желаем удачи, ну и конечно же ждем работу, готовую работу в нашей группе ВКонтакте. Катерина Плотникова, завсегдатая наших СП, успела завершить свой дизайн, достаточно большой, размер его 40 на 40 сантиметров, используется здесь 25 цветов, это вот такая шикарная, потрясающая пома. Пишет нам Катерина, что схема логичная, легкая, вживую картина смотрится очень объемно. Поздравляем с итогом! Анна Кокорина отчитывается по дизайну «Лунный кот». Размер работы 60 на 40 сантиметров. Вышивается на AEDI 14 аккаунта с нанесенным рисунком. Всего 16 цветов мулине. Такая большая, грандиозная работа. Пишет нам Анна: «За время СП вышито 21 600 крестиков. Спасибо за СП, за хорошую дружную компанию. Очень рада даже таким продвижением. Ждем следующий СП для продолжения». Поздравляю с хорошими итогами. Марина Филиппова пишет: «Юленька, спасибо огромное за чудесные СП. В наши не совсем легкие времена СП были хорошей моральной поддержкой. Буду ждать следующий СП с нетерпением. Всем участникам и участницам большое спасибо за теплую компанию. Дизайн Риолис, размер 60 на 60 сантиметров, вышивается на AEDI 11 аккаунта под лен. 17 цветов, вышивала на кюснапах. Немножко не успела дошить. Работы-то осталось дней на 5-6, но обстоятельства немного нарушили планы. Нет пока головушки у леопарда, но будет стимул закончить в ближайшее время. А между тем, так как отчет выкладывал сын Марины, он головушку для леопарда все-таки придумал. Пусть и схемы, но тем не менее создается некоторая картина. Обязательно будет закончена эта работа, я уверена. Поздравляю с хорошим итогом». Отчет Татьяны Петровой. Пишет Татьяна: «Не успеваю, но код вышит, а значит участие в СП состоялось. Да еще как состоялось. Работа-то практически завершена,
Начата она была с нуля, и все это вышито в нашем совместном проекте. Пусть чуть-чуть не хватило до завершения, но тем не менее работа практически готова. И я уверена, что Татьяна ее в скором времени завершит. Напомню, что это у нас набор фирмы «Чудесная игла», называется «Купчиха», вышивается на Аиде 14 аккаунта. Ниточки здесь бестекс, размер работы 38 на 38 сантиметров. Вот такая вот красивущая и достаточно большая работа практически завершена в нашем совместном проекте. Отличный итог, поздравляем! А это мой отчет, мои львы, бедолаги. К сожалению, эта работа тоже не завершилась. Хотя осталось здесь вышить совсем уже чуть-чуть, но по некоторым обстоятельствам также не случился финиш. Ничего, я обязательно завершу эту работу, и на самом деле в нашем совместном проекте я много вышила, я рада, что я смогла ее продвинуть, уделить ей внимание, и поэтому считаю тоже это хорошим достижением. И когда остается немножко, работа обязательно вышивается, поэтому совместный проект все-таки помог мне выполнить задачу по завершению этой работы. Напомню, что это оригинальный набор фирмы Dimensions, работа прекрасная, великолепная, вышивается легко, здесь очень много полукреста. Небо вышивается полукрестом в две ниточки и в одну ниточку. Трава вышивается и крестиком, и полукрестиком в три ниточки. Есть и в две ниточки полукрест, и в три ниточки полукрест. Львы в основном вышиваются крестиком. В целом работа замечательная. Могу рекомендовать даже начинающим. Ну а на этом у нас все. Итак, наш СП можно считать успешно завершенным. Знаю, многие ждут продолжения, но мне нужно сделать небольшой перерыв. Это связано с моими личными необходимостями. А пока давайте подумаем о новой теме СП. Поэтому, пожалуйста, пишите ваши предложения и здесь в комментариях, и в нашей группе ВКонтакте. Также нужно провести, конечно же, розыгрыш по итогам наших СП. Поэтому, пожалуйста, проверьте, чтобы фото ваших готовых работ было в соответствующем альбоме. Ссылки я оставлю под этим видео. И, конечно же, скоро я проставлю номерки под вашими фотографиями в соответствующих журналах, и мы проведем розыгрыш. У нас два приза будет разыграно. Это набор от магазина «Клубок желаний». Самый лучший подарок, прекрасный праздничный набор. И аксессуары для нашего рукоделия, две иголочки и два маячка от Марины Шматковой. У Марины своя группа ВКонтакте, и она занимается изготовлением магнитиков и различных аксессуаров. Вот такие два замечательных приза мы будем разыгрывать, поэтому обязательно проверяйте, чтобы фотографии ваших отшивов были в альбомах. На этом у меня все. Спасибо за просмотр, спасибо за участие. Желаю вам хорошего настроения, до новых встреч, всем пока-пока.